сейчас. Не достаю. Слишком далеко. Меня слышно? Да, ты че, отключаешь микрофон, что ли? Нет, блядь, я не ебу, почему меня не было слышно. Меня захитите. Захитите, захитите, блядь, поднимайте меня, сова, подними меня. Пизда, нахуя ты протопал туда тарелку кидаешь? Ты метки расставил, я думал, по меткам надо. Что за глупость? Когда ты такое вообще видел? У тебя тарелка что, прямого действия? То есть, если я вставлю метки, тарелка туда бросается? Блядь, я такое первый раз слышу вообще. Так, хилы слабые. Ну и, короче, есть такая тактика выводить мобов на лестницу, на вот эту наклонную поверхность. Хилы стоят внизу, их никогда не откидывают, и они захиливают танков всегда. Охуенная тактика, пробовал по ней играть. Два хила тяжело, конечно. Чисто только два шамана сейчас хилил. И у меня маны нет. Даже не даете ману восполнять, сразу начинаете. Давайте бежим. Блин, ты говори в РК, ты же в РК можешь говорить, гимн на ману дайте там. Я говорил, я ж не слышал, блин. Да не ты. А, ты шаман. Ты метки вообще расставлял для шипешки и Маши. Контроль кинули. Просто люди, когда видят трэш, они думают, надо уешить. А тут нихера не надо уешить, надо контролить. Надо грамотно играть. Если вы нубы, то, бля, я не знаю, ходите с волчатом. А так вот Рога станы может давать. Может, блядь, три паладина это три стана. Это такой контроль, тут никто бы не сдох. Мобы бегут, три мага новую дают. Еще корни можно дать, корней тоже нету. Вары дизарм дают, Рога дизарм дает. Морозить можно. Сколько всего можно, это просто пиздец. Можно тарелку по протопалам не кидать. Да, хорошо, да, я поменяю потом. Давайте бафы. Кого ставим? Машку за ляжку, лол. Телегу с разбегу, козу на вазу. Почему на бутылку сразу? А, ну хорошо, Баш. Ты мне скажешь, дайте туда мне. Кого останете? Скажите. Да, тут никого, тут три моба. Давайте идите сюда. Я уже запускаю крестик, бейте точечно. Вы хилите меня, ошеломление. Пилот, у вас мана есть. Дай бог не закрыть. Пусть есть гнит. Они не достигают. Ты чем слушал? Я тебе объяснил. На лестницу выводи мобов. Вы внизу стоят. Мобов я вывел, но на меня ошеломление было. Нихуя ты не вывел. Это потому что на меня ошеломление было, еще раз объясняю. Там стан на нем был. Надо кинуть что-то в мобов и сразу на лестницу убежать, чтобы на лестнице с тобой тоже стояли. Лучше за угол, потому что они еще блинкаются за спину. Что они делают? А, кидание Маша дань защитника мне. Обрыгивают. О, спасибо. Так, в общем. Гильдаль, твоя звезда. Кружочек, Вивальди. Маша, кинешь критику покаяния. В каком? А, все, я. Все, бьем большого черепа. Смотрите, так, сейчас. Подожди, Маша, не запускай ты. Сейчас ШП кастанет, как увидишь покаяние. Ой, покаяние оковы. Сразу. Бля, ладно, так вот. Я бы ханка пикнул. Да не, я нормально. Смотри, он притворился. Ну, он же не пачку выпустил, как крат упал. Это этот солчата, да? Да. Да. Уважаемый охотник, предлагаю вступить нам в гильдию. Потому как ты показал непровержимые доказательства своего скилла. Трэш. Хоть далеко подождем.
Контроли кидай. Нам нужны такие в гильдии. Другим защитам. Давайте, бьем череп точечно. Заливайте тар... А, так, давайте секунду. Да, дай хоть мне одному могу кончить. Так. Следующий цвет. Ну, вихрь не обязательно. Добивайте его. Точно, звезду бейте. Тихо освоил, я смотрю. Чё смотрел? На, давай ротопалку будешь. На двоих хант напуливаешь. Да, хант, ты здесь? Ключ. На двоих, да? Да, ты будешь на двоих. Хант. Вот, звезду видишь, толдерама справа. Его напуливай. Его напуливай на ротопала. Вокер то же самое, Рога напуливает Элдорама на вертопалу. И все. Как на пул закончится, Хант, ты будешь сидеть на кинете. Давайте восполнять свою ману, шаман. Лапу. Опа, это что, запустили? Да, запустили, погнали, погнали, погнали. А, сова, залей куковой, паси ману. Бой от истерии хочешь? Через 20 секунд. Ну вот. Почему сразу бой? Ты подлизываешься к ним? Нет, кому еще кидать? Ты хочешь, Маша? Я просто спросила. Не, я могу и тебе дать. Может, от меня толку не. Ты, Маша, ревнуешь, что ли? Че сразу бой? Мне просто интересно. Так ему тоже интересно, он поэтому тебе и задал вопрос. Нет, у меня толка никакого, давай войду. Так, ой, меня хильте, бля, сейчас коньки отхим. Может точечно бить Келисета. Ты, ой, тоже может бить Келисета, если снимешь свой шлем. Да что, да, рейти истерики, да? Падает, кинетичка падает сзади. Бля, вам надо миликом, бля, вторую пуху играть с собой. Кинетик упал. Что это за херня? Милики постоянно стоят, тупо время застанет. Так, шаман, ты чё мои сферы забрал? Так, возьми. Можете её. Хотя без геры забрал. Иди, лимошка, иди че. Кровь.
Вот что ли раскол стакл? Вот сдох раскол. Не, я рассекающий стакл. Давайте уже. Мага поднимите. Раскол на принцах это для себя не важно. Нахер это надо. Ну да, а сдохнет неактивного да? Босса это вообще жесть. Попал, на тебе лутер, ты куда пошел? В смысле на мне? Ты что, добычу на меня поставил? Ты РЛ, ты на себя поставил. Ты меня обманываешь, на. Раздавай. Так. А, шаман, давай исполняй ману. Но она все. Да не. Вот. Бейте тактика. Магу не отдам. ШП отдам. Потому что оно с хостой. Тебе нужен крит. И чё? Да ты его глянь, палец. У него похуже. Какая разница? Ну, идёт. Оно меткость просто. А вот моё. Да, не, я думаю, это на мага тоже можно, потому что, ну, меткость там, мало ли он капы собирает. Ну, я так. А, тоже да, идёт. Да, кстати, вон про Саву-то сказали то же самое. Сове они предбились. Да. Ну, тапки они так, всем предбились. Так, вот звезда. Это для Гильдали звезда, кружочек для Вивалди, покаяние для Маши. О, Кристи для Маши. А чё на Саву тогда предбисывает сапоги? Ну, я тоже вот думаю. О, ну, Саву, Сергей, да, я... Блядь, у нас пиздец часто в Диссельгер уходит на серве, да? Гиро ветка какой. Два часа, блядь, проебал. Эти смотки почти никому нахер не нужны. Берите большого мага. Точно. Вау, я. Там кружочек заливать, точно. А че в грудь не дали? Я один паролил в грудь 90 выбросил, а не дали. Нет. Где ты вердак, я не вижу. А, вердак он, это Баша, дашь ему. Хотя я не вижу, чтоб ты кинул, подожди, где ты кинул? О, на эрдру предберись груда. Это да. Так, а что с грудаком? Маш, ты здесь? Отдай ему грудак. Кому? Мне? Нет. Кому там дыры? Тебе надо? Тебе? Чё? Ну-ка, дай-ка я твой грудак гляну. А, бейте двух тактиков, потом уже заливаем этих маг. Это дай ему грудак. Кто? Кто забрал грудак, блять, у кого? Блять, мне походу надо лут на себя ставить. Я так. Вообще лут групп ставлю нахуй вообще. А, грудак у Баша. Баш, ты здесь вообще? Здесь, а. Здесь. Отдай ему грудак, там маг. Кому? Магу, ему надо. У него там вообще не грудак, а верхняя мишка. А нахрен туда встретил, так одетый прыгает. Но он никому не нужен, ё-моё, кому этот грудак мне покажи нужен? Смотрите, я на люстре, ебать, смотрите, нихуя себе. Смотрите, десантники, ебать. Сука, вот это кадр.
Бля, вы походу слово точечно не знаете. Без кайфа будет. Там еще мага бьет. Ну а Нару так уж быть дам правда. А, Вивалди, спекайся в ДЦ, самое время научиться кидать одну кнопку. Ой, точнее тыкать одну кнопку. Вивальди? Да. Он сказал, у него нет, он изначально говорил. Не, у него есть, я у него спросил. Он там где-то вверху предупреждал, что у него типа... Не, он предупреждал, что он не умеет. Это не страшно. Не, он написал, типа, у меня второй спик не ДЦ, тоже шипы. Давайте спекать. Ой, спекать, вставайте там. И бафы дадите. Я тоже делаю тут. Да. Да. Тут, в общем, то же самое, ничего сложного. Просто сейчас со мной пробежишься. Возле меня встанешь, на тебе появится зеркало, увидишь дебаф. И просто уйдешь потом. И все. И тебя укусят, ты покусаешь троих, если можешь спокойно бить босса. А кусайте лучше шипешек, а потом кусайте, кого хотите. А я? Меня укусят? А ты максимально там кошмот одень и оставь грань. Тебе сейчас зеркало лови. Ну да. Сначала. И бабл никогда не жми. И от луж отбегай на взлетке. Там кошмот одела почти. И грань тоже сейчас грань одевай. Блин, там стопать придется. Может, войд до 50% не будет бить вообще? Чё? Чек на баф. Кто нам стопать придется? Ну стопнем. Да, я слышу, воргер, я помню, хорошо, отойдешь. Каску хан там дайте. Не дам. Лучше не бить, пока Машуленька не получит зеркало. На тебя тогда хант напулит, и ты умрешь и не получишь квест, если не дашь ему каску. Я всем уже дала каску. Давай. Ну давай, Вася, чек на готовность. А, Маша, ты рентген одела, молодец. А, Туман, Ягер. А я точно зеркало получу? Да, 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 смотри, Маш, побежали. Беги, Маш, вперед. Просто беги тобой. Рядом, беги. Там у тебя ничего, просто рядом беги. Бей его, бей ее тоже. Все, Маша, можешь уходить. Все, Маш, можешь за спину идти. Идите, лимошку, хорошо. Ты ко мне босса бить? Не, может стоять уже, ты ударил, этого достаточно. Что ты можешь распиливать его? Так, получается... Кто там укус получил? А, Ягер. Ягер, кусаешь Машу. Я подошла. Хорошо. Тени в Оракулс, можешь бабу снять. Войд, хочешь истерию? Да. На. Ваша, потом не заливать инер, можешь сейчас залить кость. Так, там сбегайтесь. Ревка снимает глыбой. На взлетке Гильдальс поешь ким на ману, а потом можешь петь на хп. Сначала спой на ману, кукуаси поставишь ТТ. Кукуаси на тетени. Так, чуть-чуть первую метку отдам. Какие? Маша, твоя задача 3, кстати, и все. Так, блядь, лут на себя. Так, Луцецкий же на тебе уже. И лут... Себе на бруху опять забить. Я не думаю. Мунштук, беги. Сейчас плетка.
Он стукнут там сам на себя, может инфицировать минус. Так я еще никого не укусил, че за фигня? Сейчас у тебя появится баф, увидишь, по 0 секунд, все, можешь кусать кого хочешь. Так, тотем, шаман, не забывай. Кусай вещи, проведешь квест. Но. Любого укуси, пофигу кого. Кого я рядом видишь, того и кусай. Все. Один есть. Там три надо раза укусить или четыре? Да. Да-да-да. Понял. Три. Лимошку пить, хорошо. Так, Маша там одного укусила, да? Да. Как вам такое? То есть, Маша, еще можешь кусать кого-нибудь. Ты главное кусай и все. Так, 2 секунды, Маша, готовься. Сать кого-нибудь. Дай. Ну, второй есть, еще один ее кус надо, и квест готов. Слушай, нам нужно отстопать, потому что вон смотри, лямы как уходят. Ну да. Давайте стопать. А, гимноману, Вивалди, пой гимноману. И ставь тотемку кувась. Все, не бейте босса. Уже был тотем. Ждем, пока Маша укусит. Тогда пускай даст следующий шифр, последний у нас. Он штук, гимноман. Что и хильте пока. Машу хильте. Алло, блять, вы что делаете, блядь? Нахуй? Хилы, блять! Хилы, пиздец. Вы, блять, вообще... Ёп... Чё, может упадём? Падайте, блять. Твою мать, как вы могли Машу не захилить? Далеко было. Да как далеко? Она лежит возле центра. Где она далеко была? Вы мне объясните хилы. Ваша задача в центре находиться. Да все, ты это самое, просто спек никакого-то нормального хила еще. Все. Кого здесь некого спекать? Ни у кого нету хила спека. Ты прогони всяких ШП и хантов, у которых радиус атаки огромный с центра. В центре тупо места нет, то есть там будут стоять еще и хилы, там тупо она своим костом тупо сваншотит всех. Если шипы не могут стоять по краям в самом конце и доставать и бить, то это проблема не хилов. А спекайся в сова в этого в хила. Во. Да как даже, блядь, даже ладно, вы вышли с края. Но все равно там до этого паладина можно было спокойно достать. Я видел, где стоял шаман, я видел, где два шамана стоял. Я видел, где хил стоял. Вы стояли почти возле этого паладина, вы его не захилили. Надо где тогда вы стояли, если паладин стоял в центре? Ну почти в центре, ладно, возле этого круга. Где вы тогда, хотите сказать, стояли вы? Вот где Киорки лежит, я чуть сзади, дальше отходил от леди, получается, от крови. Ну там, короче, есть такой радиус 8 метров. Нужно в 8 метрах от всех стоять. Если прилетают стрелы, если две стрелы, допустим, у людей прилетают, то получают все дома, кто в радиусе 8 метров стоят. В одного человека сразу две стрелы не летит, поэтому смерти могут быть на взлете только когда люди в кучами стоят. Ну и еще, чтобы ты не умерла точно, если уж хилы не хотят тебя хилить. А, Маша, у тебя, кстати, ты в протопале спеке или в ДД спеке? Там... Она в ДД. Там в любом спеке... Это тоже большая проблема. В любом спеке там можно прожать этот... Божественную защиту. БЗ. Да, но там еще есть этот... Какие спек на ППАУ-то делать? Там брони больше. Да. И защитник, и ревностный есть еще. Нет, там еще прикачанный священный щит. Вы заебали, тоже. Честное слово, ее больше 4 секунд не хилили. Да я вижу, я вот сейчас даже гляжу. Вот просто я вижу омоложение. Сама. Видишь, да. Что такая хрень происходит, хилься сама, да, бабл не жми. Оставь 50% на это. На вторую взлетку 50% оставь, на первой взлетке отойди от всех метров на 10, там подальше, и хиль себя флешками, будет нормально.
Все равно это ужас, блять, не захилить. Понимаю, манов сейчас не было никого, это ладно. Да, Маша, ты еще перед укусом стояла вплотную к Локу, и вы оба урон получали отстрелом. Подбегай лучше, когда укус кончается. Хилить придется. Давайте, бегите сюда. Да сейчас со вторым друидом, он чисто на ней посидит и вообще нормально. Я не знаю, что вы такие смелые всегда в три хила сюда рваться. Потом такие проблемы, блядь, вайпаться. Да в три хила, блин. Ну, Шумашу не захили, поэтому мы решили сделать вайп. А ты так, что нормально захиливает. Маша, надо бы смотреть за хп, блин, дать возложение рук на себя. Ху-ху-ху. Так, кто там у нас еще бежит? Все, давайте баф. Крик на хп тоже не забывайте. Маша, то же самое. Просто побежишь со мной, получаешь зеркало и сразу можешь ходить. Ты меня вообще не видишь, да? Хоть я уже нету. Хоть нету. Прогну в ледяной короне. Знаешь, ты только слышишь, ты сейчас офнись хотя бы, чтобы на тебя не появился. Ну еще нет, если этот, я протонусь. А, хорошо. Так, а вой... А, он отошел. Точно, ему надо было отойти. Давайте без него. Так, Вард, ты здесь? А Гримар, ты тут вообще? Ладно, пусть. Маша, давай иди ко мне, подойди сейчас. Все, побежали. Беги. Так, получай зеркало. Оп, все, можешь уходить. Я вой скажешь, когда серии кидать. Проще сдохнуть с Карлетом и Бэйрнуть его, чем хилить зеркало на нем. Так там горит. Машу укусишь, Ягер. Чоп, можешь глыбы снять. Блять, Мак, отойди от меня! Тихо. А ты сам не умеешь ходить или что? Ой. А, Свай, ты можешь сейчас залить. А, ты ж в пиле. Я заливал. Ну ладно. Ну, на взлетке тогда пускай с мамой. Гильд даль, споешь гимноману, потом на хп. Ты можешь базу носить. Так, сейчас взлетка. Вот укуси сейчас. И встань. Да, представление. Ну, каплю мне кидают тут. Я кинул вторую, да, другой редрик пусть на второй взлетке. Пакт там, блядь.
Пиздец. Фактом одна секунда. Тени 2 секунды. Баш. На следующей зетке пускай поет Вивалди. Сначала гимн на манну, потом через 5 секунд гимн на ХП. Это то есть у меня 4 кровоточащих раны должны быть? Да. Это второй укус был, да? Да. Еще один надо. Вивалди выноси. Разведка будет. Все, пой гимн на ману и через 5 секунд на ХП. Давай, Маша, кусай. Кусил. Ну все, ударь босса на всякий случай. Да-да-да, обязательно ударь босса. Давай. Пух, наконец-то. Ты уже что, сталкивал? Почему он на мне висел? Ой, на тебе висел. Там. Не знаю. Ну, на тебе, я только сейчас реагировал, я подумал, это снова багнулось, блин. А тут хуяк вижу, что на тренинге. Ладно, даю ДК. Он упало. Осколок. Так, кто у нас там осколки, или Мошка, ты, да? Мошка. Угасающий свет. Кому надо? Кто не хочет? На, маг. Так, защитника первым двум отдам. Так. Бавара на две. Потом следующая гримуар. На. Пойдем, давай быстрее, твоя рага ползает. Сейчас я подбегу. А, оставайся в хиле. Друг. Я удалил от хил. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Так. Так, побежали. Там ханты, роги, напуливайте на танк. Слишком бьем дальше. Великий, берите левую. Привет, иди. Да, бежит. Тогда бейте правую. Поставьте лед, у меня это темный. Ой, захилевый. Почему магию на два мага отвалил? Дайте мне, Вася. Ну хуй он сюда протянулся. Вот. Поднимите потом Паши. К Васе, да, ману залить надо. СДПР, давай гимн на ману. Не отдал уже. Сейчас как бой спадет, поднимайте Пакши.
пивать это вино. Так. Нет. Так, берем звезду сначала, а потом сливать казочек. Только сначала их точно залейте на скол. Поднимайте там павших. Бегите и звезду заливайте. Потом казочек залейте. Давайте добивать эти звезду и кружочек заливать потом. Заливайте кружочек. На пуле уже сейчас, наверное, попало. Я буду по одному оттягивать. Если я, наверное, откидаешь, я здесь кукуласи залить. Да, я сама на маму вспомню, чтоб не положили протопала. Можете там сзади мага поднять, кому не сложно, ШП. Ну что, ты рядом, давай. Ходи, подними его. Ой, кто там еще будет. Все, погнали, я буду по одному оттягивать. Ему можешь купить, хорошо. Прибивайте уже его. Что дальше мельки можете этих заливать? Дальних. Что мельки можете не дать? Можете заходить сюда и заливать их. Поднимите маг. Шоленси, ты захилишь соло? Рейд. Попробуем. Ясно. Следующий хил. Ой, дрыг, хил, дрыг, блять, в общем, захилишь соло, второй дрыг. Да. Тогда Шаленси идешь хилишь вальку, он пускай соло будет. Он сказал уверенно, что захилит, а ты под вопросом сказал. И под сомнением. А я с аурой прилетаю. Кто ты? Я с аурой прилетаю. Можешь с тебе полетать, я не против. Только не шали там с ним. Так, на кого метку поставить? Да, на Вася, что ли? Вася полетает. Ой, сейчас я станчу. Барстет, давайте, вот, на тебе истерию. Давайте же. В общем, до Синдера будешь хилес. Пока без совы походит. На Синдере тоже хили или что? Да, тоже. Точно. Смал ли опять Машку уронит, не захилит. Капец, бейте, нет.
Бейте капитана, куда вы побежали? Там удалите. Это Крок побежал. Так. Молодцы. Исполнять свою ману. В общем, все хилы идут. Вальку хилят. Дрейк, ну ты знаешь, ты остаешься. Магия МК на бит. Да. Ревка, кидай Кукуваси. Киокушин, кидай Крайму. А Шаленси пускай покидает. ЛКЮБДПЛ. После того, как они будут выходить из портала, снова обновляйте на них МК. И вселение магию на Вальку тоже покидайте. Кидай МК на Прайма. Ауру сосредоточить. Блять. Поставьте третью. Короче, кружочку кидайте в Киокушин, блин. Сука, с вашими никами язык сломать можно. Дима, ты тут? Да. Мне надо уходить. Ясно. Ну ладно. Ну, срочно позвонили, надо идти. Ну ладно. Ты кто? Куда? Ягерлок. Вот, то у тебя там РЛ есть, начисли ему ЕП тогда. Бля. Так, бафайте, краску бафайте. Пока стоим, может дать побыстрее моему ЕП. Все, всем извините, надо уходить. Бывает, да. Давай. Гизи того ж, кстати, будет пострашивать. Ой. Ну что, давайте последний чек. Каску дай, Маша. Да сейчас, сейчас, ману пила. Все, у всех есть. Угу. Топ. Танки погнали. Лермошка, ты где будешь танчить? Все равно. Ну тогда я слева. Вот. Все. Бейте подавители. Подавители в первую очередь заливайте. Большого слева, пока не все. Надо. Заливайте подавители. Талор всегда нужно заливать подавители. Потом большого. А, там мой маг вышел. И под большого ауе дайте. Разгром справа. Под большого ауе дайте. Огненный справа, слейте. Да, огненного надо тоже обязательно слить. Так, слева вышел. Там как само жирно вылезет, и потом появится подавитель. Вот жирный вылез. Сейчас должны скоро подавители появиться. Вот они и пошли слева и справа. Сливайте подавители. Пилы, вы, блядь, вы главное не проебывайте стаки. Два стака, один стак. Блять, как вы там стаки собираете, понять не могу. Одного, два у другого, один стак. Шаленси. Сколько у Шаленси, ну там 5 что ли? Охуеть, у него 5, а у вас там по 2. У меня 6. Ну и у нее 6. Как вы там хилы собираете, понять не могу. Они летают. У Ретрика 6, да? Да. Они, не, я не летаю по ним. Я рядом летаю. Они просто в разные стороны летают. Нет. Сейчас дам пати. Справа сверху. Это вой. Ладно, там. Подавление справа, добейте его. Подавители бейте. Если мне сложно, хил. Глазки поднимает Таруси. Так, а почему меня не хилит? Блять, там тебя маг лупит, я не знаю. А, бейте череп, череп, залейте, блять. Ввел депой гимн на хп.
На ХП стой. А где справа там? Он возле меня почему-то тусует. Танки новые. Я на Глире это еще говорю. Право, большой сейчас должны подавители появиться. Вот они вылезли слева. Право, по-моему, да? Там есть? Да, вон они лежат. Бейте подавители. Слышь, Войт, ты не помнишь, а у Айс Фриза вообще есть там БДК? Не знаю. Я вот не помню, нет у меня. Заливайте под высшего ауя. Бля, нес. Ладно. После этих порталов зайдете, выйдете и можете гердовать. За сладко. Кто будет сказать? Бейте в подавители. Право, подавление. Только стаки не проебите, шаман. Так выйдите, сразу гердовайте и закидывайте. ДПР может таргет взять Вальку и гимном ХП. Поднимайте ханта и вниз все идем. Так, запястье. Надо кому? Новый спек, надо кому запястье? Машфулечка. Ну, забирай. Так, это надо кому вообще? Это надо кому вообще? На оф? Ты имеешь в виду кинжал тебе на оф надо? А, ну я могу себе кому дать. Кинжал тоже никому не надо. Так. Погнали все вынес. Ой, вынес, вынес. Глазки, остаешься в хиле. Хорошо, я тоже хочу отойти. Или босс уже тут. Давайте, два босса всего лишь осталось. Делаем ей квест. Бьем синдром, бьем и чай, все.